Аккуратненько, это было кайфово, кайфово. Magic Craft, конечно, супер, супер, супер балдежный. Давайте посмотрим Nine Souls страдальческий, блин. 9 часов идет стрим, а я в него еще так и не зашел. Так, а вы пока не забудьте. А вы пока не забудьте. Проходите по ссылочке индивида. Как зеркало исходит, похоже. Похоже. И то верно. Особенно если будет альтернативное зеркало или что-нибудь такое. Значит, смотрите, единственный минус игры, у нее нет русского. И в ней есть диалоги, поэтому их придется читать и переводить. Но в целом это вроде как очень балдежный Метроид, новый, супер прикольно должен. Супер прикольным должен быть. Надеюсь. Громковато, сделаем тише. Хорошо, keyboard mouse. ВСД. Так, атака ЛКМ, парирование ПКМ. Ну, наверное, неплохо. Стрелять на С. Мистик нимфа какая-то на Q. Атач детонейт. Это возможно... А, хелка на R. Хелка? Хилка. Next arrow, previous arrow. Ну, ОЮ, конечно. Но это все равно не скоро. Мы не дойдем пока до пушек, поэтому посмотрим. Базовая сложность Nine Souls для тех, кто ищет челлендж и любит драться, для игроков, которые наслаждаются историей. Здрасте. Ты будешь нашим финальным боссом. Я уверен. Жесть, раненый. Кота-лис. Лис, наверное. Скорее лис, чем кот. Бабка какая-то. Мамка его, что ли? Ты должен научиться. В общем, в конце будет история любви нас... Ой, жесть, он покоцан. На самом деле, это будет история любви о том, как она хотела, чтобы он стал сильнее. Капец, кровищ. Тентакли забрали. Те самые тентакли девочки. Тентакли дыра. И девочки. Ну, вонь. Какие-то очень змеиные чешуйки тентакли. Как будто бы. Когда-то эти лисы были людьми? Или... Там же лисичка была нарисована, да? Воспоминания, может, какие-то просто. Типа, может быть, он наш лис сам когда-то играл на дуде? Или его сестричка? Или братик? Как говорится, почему он, а не я. Шуан, Шуан, Юи, Йи. Я знал, что ты здесь. Я почуял твою готовку издалека. Наслаждаешься жареной рыбой опять, не так ли? Разве не ждешь сегодняшнего ужина? Тетушка по соседству научила меня готовить чесночные, лапшу, макароны. И в этот раз я их приготовлю отлично. Я лишь надеюсь, что будет достаточно специй.
Не волнуйся, я не подведу тебя. Ты прибежал ко мне просто поговорить об ужине? О, конечно же, цветочек. А, Д, мув. Пробел джамп. I climb the ledge. Окей. Как чувство, как бы здесь можно атаку сделать. Ля, какие у него парирования прикольные. Кайф. Спрыгнуть. Ожидаемо. Экзамен. Записка мертвеца. Я нашел выход, но я не могу вернуться. Это похоже на последнюю записку кого-то, кто умер. Да, визуал супер хороший. Три хит-комбо с трех атак. Кэмп скролл, свиток из лагеря. Шаншан, история Шаншана. Однажды храбрый, великий и так далее. Знаменитый. Знатный. Знатный мечник проходил мимо камня. Однако вдруг кто-то выпрыгнул из-за камня, и он оказался великим героем. Надпись странноватая и написана ребенком. В нижнем левом углу есть запись, которая датируется 63-м эпизодом. Окей. А вот и тентакливая дыра, кстати. Мы можем в нее всегда вернуться. Или привести своих друзей, подруг. Можно устроить тентакливую вечеринку. Я думал, там будет запретная пещера, но я не видел никого. А ты где? И алый гибискус. Алый гибискус? Это что, цветок, который ты все использовал? Да, это цветок, который они используют для церемонии. Так шаманы рассказывали. Большой такой цветок. И один растет прямо наверху, да? Эй, ты прав. Но я не уверен, что я могу туда забраться так высоко. Свин! Нахрюкал, отдай цветок. Так, вроде есть неофициальный русик. Началось. Эй, подожди. Как свин забрался так высоко? Он тащил цветок. Ну и ладно. Возможно, он ему нужен больше, чем нам. Становится темно. Я, наверное, вернусь в деревню. И поищу потом где-нибудь еще в следующий раз. Я заберу этот цветок для тебя. Принесу. Ты, тебе не стоит. Ты действительно это сделаешь? Окей, ладно. Буду ждать тебя здесь. Только смотри, не поранься. Нахрюкал. Кошак четырехстатник. Кошаку, да. Все статы. Слышь, свин, сюда подошел. Нажми Е, чтобы использовать grappling hook. А это с другой стороны. Вон он, свин, смотрите, смотрите, смотрит на нас такой типа. Говорит, пойди найди еще меня. Ага, то есть я могу под любым углом эту веревку использовать. Окей, прикольно. Легчайшее парирование в моей жизни. Кто стучал? О. Сюда прям больно по ним бьет.
Так, я знаю, что свин справа, значит, мы можем сюда пойти. Кажется, не хватает мета-прогрессии. Кажется, в воду лучше не падать. Не мета-прогрессия, а, короче. Это называется. В смысле? А чё он меня не бьет? Странно, кстати, что звуки у него вроде бы как будто меч. А, стоп, у него не меч, он трубой же дерется. Наверное, хоть она и выглядит как меч. Просто звуки такие, знаете, не слышовых ударов. Мы же видели у него трубку какую-то в руках. Может, он ей дерется? Эти цветы появляются в Peach Blossom Village и используются жителями как декорация во время церемоний. Легенда гласит, что тот, кто его сорвет, если его сорвать, церемония будет успешной. Хоть это и не было доказано, все еще получают больше еды после церемонии. А, они харвестс. После, короче, после церемонии будут эти... после церемонии будут короче, урожаи лучше будут, если такую церемонию провести. Я надеюсь, тебя не поранили. Этот свин был огромен. Не толкай себя слишком сильно. Это всего лишь год прошел с тех пор, как ты, тебе нужна была моя помощь, чтобы ходить, помнишь? Вот, держи. О, а ты действительно принес его мне. Он еще красивее вблизи. Даже красивейшие цветы со временем увядают. И это нормально. По крайней мере, мы можем увидеть, как это происходит. Хоть и ненадолго. Ну, их в красоте увидеть. Хоть и ненадолго. А чё, зачем? Может, мисклик? Ладно, я не вижу смысла во всем этом. Но ты все еще сходил и помог мне. Спасибо, несмотря ни на что. Давай вернемся, иначе у нас будут проблемы. Жесть, у него шапка. Да я вырубил уже. Вау, говорит, этот фестиваль такой оживленный. Посмотри, в каждом доме есть сушеное мясо. И кто-то даже делает винишко. У нас очень хороший урожай был за последние несколько лет, с тех пор, как ты пришел. И ты стал хорошей удачей, удачливым талисманом для жителей. Это лишь совпадение. Ну не говори так, когда ты помогал древним старикам в нашествии крыс, мы все говорили, как хорошо, что ты здесь с нами. И хвала солнцем за благословение нашей персиковой деревни, что все накормлены и у всех есть одежда. Если больше я ничего не могу сделать, я вернусь сушить свою рыбу. Ну, останься ненадолго, ты должен посмотреть. Ты должен посмотреть, короче, на маленький, ну, на ларёчки, которые приготовили к этому фестивалю. А рыбу оставь для меня. Я тебе ее еще наловлю. Sunrise Grace comes, sunset sigh, day cherished sky. Cherished sky. Шон Шон been buzzing with energy as of late. Шон Шон в последнее время очень энергичен. Шаман. Старые дни, когда древние жили в этих тяжелых пустошах. Им приходилось переживать холод и унижение. Вернее, уничтожение яростных хищников. И когда они не смогли больше смотреть, как люди страдают, 10 добрых солнц спустились с небес. Вначале
Некоторые не верили в них и подняли свои мечи против солнца, но эти глупцы... этих глупцов уничтожил святой гнев, и их кости были сожжены до пепла. Те же, кто последовал за солнцами в землю среди 99 небес, рай ждал тех, кто за ними пошел, и они процветали, короче. Всезнающие, всемогущие солнца, солы, будем солами их звать, давайте, солы. Передали мудрость нам, обучив нас правде обо всех вещах. И когда персики созревают для сбора, солы выбирают нескольких из нас для великой привилегии. Самые счастливые, кого выберут, будут жить свою оставшуюся жизнь вместе с великими святыми солами. Так что будьте хороши, детишки, и следуйте, и верьте, и, как, может быть, вас выберут один день. Святые солы, сверху я прошу вас о моем выполнить мой реквест. Короче, видимо, игра называется Nine Souls, потому что это будут наши 9 противников. И, видимо, ну, ГГшка тоже один из 10 солов. Логично, логично. Ну, его как бы скинули с небес на землю за что-то, за что он провинился. Слышь, ты, а чё смотришь? Не хочу в этом принимать, в этом фестивале дурацком. А я ничего и не говорил. Поверь мне, этот взгляд в твоих глазах мне все рассказал. Проклинаю эту церемонию. Одним днем я покажу тебе всем, что здесь, в чем ее действительный смысл. Типа того. Неважно. Ты не поймешь. Alright, this nonsense is making my wine go sour. Last year my daughter was one of the lucky few to be chosen. В последнем году моя дочь была одна из счастливчиков, которых выбрали. Какое благословение. Привет, Кардген. О, ты вернулся. Ты видел что-нибудь интересное? Я почистил для тебя этот алый гибискус, который ты принес. Очистил его, и я собираюсь вшить его в одежды. Это не правило, но те, кого выбирают, обычно носят цветок. Ведь ты с ним выглядишь круче, когда стоишь там. И что, ты типа счастлив об этом из-за этого? Ну, конечно, я ведь увижу маму и папу в скором времени. Интересно, заметят ли они, как я вырос? Давай отправимся внутрь, я голоден. Ну, я покину эту деревню через несколько дней. Ты не забывай хорошо питаться, когда будешь один. Запомни, рис хранится в коробке, не знаю, а фрукты на столе должны быть съедены до того, как высохнут. Да перестань волноваться. А, и не забудь, ладно, я, наверное, не смогу отправлять тебе письма, когда буду жить с солами, знаешь ли. Грустно думать, что... Мне будет не с кем больше общаться, подшучивать над кем-то. Ты не напуган? Я иду туда, где я никогда не был. Конечно, я немного напуган. Но если ты напуган, тогда не иди. Но я должен, если меня выберут солы, это благословение. К тому же, я всегда... У меня было это чувство, что я хочу... I'd have to part ways with you. Что мне придется с тобой расстаться и... Ничто не предрешено. Ты делаешь свою собственную судьбу, и не смей зарываться, ну, короче, в этот суперстишн. Не смей следовать каким-то... На языке вертится, не могу перевести. Суеверия. Спасибо, Джим, спасибо. Именно они. Ты, возможно, и прав, но расставаться не так-то и плохо. Я наткнулся на запретную пещеру в первый день, когда мама и папа ушли, и там-то я встретил тебя. Кто бы мог подумать, что игра на флейте может вытащить кого-то из того камня? Да, если ты так скажешь, говоришь.
Но с тех, поскольку я скоро покидаю деревню, ты можешь дать мне один... исполнить одно мое желание перед началом церемонии? Какое такое? Та история, которую ты рассказывал мне о мужике, который сражался с наводнением. Расскажи мне, как она закончилась? И он вернулся домой? Он же не умер, не так ли? Эх, ладно. Да, от остро диалогов чё-то дофига. Неудивительно, что ты скипнул ее, с учетом того, что она фул на английском. Ну, пока прикольно, как бы лор рассказывают. Так, а на чем мы остановились? Он путешествовал через горы и реки. Все диалоги скипал, все равно задушился, как их много. Деревушка Пич Блоссом. Ночь церемонии. Да не, ну прикольно же. Как бы, ну здесь какой-то интересный лор. Какие-то боги, какие-то людишки, которые им поклоняются. Пока что очень приятно читать. Лорд Йи, приветствую тебя от твоего слуги. Я боялся, что ты потеряешь счет времени, и поэтому напомнил тебе, если скипнешь сегодняшнюю ночь, придется ждать еще 2 года до следующего харвеста. Урожая, я знаю. Как насчет охран... Как там с охраной человека-обезьяновой лаборатории? Система говорит, что они сейчас на низком... Ну, защищена она слабо. Всего лишь несколько охранников, так что извини за беспокойство, но... Уже сработали... но если сработают, если подадут сигнал тревоги, то ситуация может пойти не в нашу пользу. Кстати, у тебя же есть мистик Ним с собой? Да, он со мной, но он не летает, только части в работающем порядке. Слишком давно я его не заряжал. Жаль. Если бы у него было достаточно мощи, ты мог бы использовать его в скаут-моде, чтобы осмотреться. Твое тело только что полностью восстановилось, в конце концов. Так что, может быть, не стоит быть неосторожным. Leave it too hard to just leave trail of bloodshed. Ну, будет сложновато не оставить след из кровавого месива, короче. Конечно, твой слуга никогда не переживал за твои... За твою силу. Продолжай, как сможешь. И удачи тебе. Сейчас с этим щелом снова можно поболтать? Эй, дубина. Наконец-то показал свои настоящие цвета, да? Я так и знал, что в тебе что-то не так. Тебе просто показалось. Да, думаешь, одурачишь меня с этой дурацкой шляпой? Что, думаешь, я один из этих дураков, которые тут живут? Когда мужик говорит сам с собой, он говорит... Он же говорит не с теми, кто наблюдает. Наблюдает? Не думай, что я не заметил. Я видел эти странные статуи, как эти старородные статуи светятся ночью. Когда я их прикрываю тряпкой, мистический ветер все равно их сдувает. Я знаю правду. С самого начала эти статуи... В них живут демоны. Демоны не существуют. Они всего лишь иллюзии для дураков. Демоны есть, и они едят людей. Да-да-да. Это место не рай. И нет здесь никаких богов. И уж точно. And as hell do not know who came up with all that mumbo-jumbo anyway. И я без понятия, кто еще придумал весь этот бред. И ты, скорее всего, знаешь, что здесь на самом деле происходит. Ай, ладно, держи свои секреты. Я когда-нибудь докажу всем, что это правда. И не разговаривай больше со мной. Ха. Ура, петарды. Чего? Можно Void Crew, да. Да-да, давайте Void Crew потыкаем. Что-то знает человека фабрики какие-то, да? Those that are chosen can go to live with the gods. Тех, кого выбрали, будут жить с богами. Ага.
Деревья персиковые зацвели, такие красивые. Спасибо богам за благословение нашей деревни. Те самые статуи, которые светятся. О чем говорил мужик. Шаман деревни принимает ваше сообщение, ваш указ, скорее. В соответствии с приказом Солов мы кланяемся летающему трону. Мы не кланяемся. Какое-то у них очень кровавое вознесение. Спасибо за то, что заботился обо мне последние 2 года, и... Пора мне отправляться. Жесть, комиксы нарисовали. F, чтобы присоединить талисман. Разом возносится, обренное тело отпадает. Да что-то не верится. О, боги, простите нас. Смилостивитесь над нами. Милостивитесь. А? Что происходит, Е? Е, которого ты знаешь, это ложь. Ложь, но ты же единственная семья, которая у меня есть. Подожди, я не понимаю. Что это было? Почему ты это сделал? Эй, куда ты идешь, Йи? Хакнуть платформу. Смилуйтесь. Ну, да. Ну, посмотрим, что здесь происходит в этом. Интрудер! F детонировать талисман. Зажми F, чтобы взорвать его. Ага, после парирования. До этого на свинах вроде не было. Посмотрим, что на этих заводах происходит. R, чтобы использовать медицинскую трубку. Агась. Ну, это костер явно, да? Root node, reset, skills, status. Ну, давай посмотрим, что это статус. Статус. Keyblast. Удерживай F, чтобы генерировать взрывной талисман до 3 зарядов. Талисманы вносят внутренний урон по врагам взрывной. Медицинская трубка может восстанавливаться. Obtain additional vials. Что за скиллы? Ну, у меня скиллпоинтов 0. Окей, ветка есть прокачки. Прикольно. Извини, что отвлекаю. Ганжина больше не будет. Будет еще, но пока, наверное, немножечко попозже все-таки. Так, что-то вот F нажимать после парирования не супер удобно. Shift, чтобы доджить ловушки. Окей.
Успел. Изи. Человеческое тело. Кровавый гибискус. В крови жителей деревни. Человека-обезьяны собираются регулярными интервалами в специальном загоне, где их тела расчленяют и распределяют. Цветы и одежда обычно миксуются с остальными бесполезными человеческими частями и от них избавляются. Монетка. Ну будет под конец релик какой-нибудь, или я зачем это делаю все? Где-то лок с бесконечными монетками. Ладно. Я недостаточно терпелив, чтобы продолжать. Так, там вниз я мог пройти или не мог? В общем, да, Ганжин будет еще обязательно. Мне очень понравился последний. Ну, сейчас в Ганжин играть. Хочется его полностью пройти, тем более перед подготовкой к мастеру игры, который явно проведем. Ага. Как вот эту F-ку использовать? Только после парирования, да? И как теперь взорвать? И... Или она автоматом все-таки взорвалась? Просто надо нажать. Там, кстати, на заднем фоне еще тела. Ну, что-то какое-то фиолетовое ХП получало. Там просто говорилось до этого зажимать, но... Да, я понимаю, что там говорилось зажимать, но что-то как-то не очень зажимается. Ага, красные атаки, я понял. Секрет какие-нибудь наверняка где-нибудь есть. Ага. Окей. F сразу удерживай без простого нажатия. Я тоже не сразу понял. Ага, да, хорошо, кайф. Спасибо, да, заметил. Конечно, спойлер, думаю, не стоит. Ничего себе, ты что, не доела шавуху? Как так? Не будешь? Спасибо. Пока что кайф. Боевка приятная. Все нравится. Не очень умные у них охранники работают, честно говоря, на заводе, да? Вообще не очень. Так, это, наверное, шорткатик, да, какой-нибудь? Оп, ничего. Кайф. Или нет? Подожди, может...
Лифт был шорткатом? Ну что поделаешь? Тут что-то, ну это же секрет, явно, да? Это что такое? Apeman's Surveillance Footage. Guide to Raising Apeman. Гайд о том, как выращивать человека-обезьян. Человек-обезьяны способны... Обезьяны-человеки, скорее. Способны к абстрактному мышлению до прохождения трансмутации. Индивидуалы, индивидуальные личности, которые отвергают группу, обычно... обычно бывают жестокими. С такими нужно быть осторожными. Человек-обезьяны исходят от Pale Blue, с бледно-голубой планеты, которая впервые была обнаружена в глубоком космосе и найдена Хаотянанской сферой. Они одни из экстремально редких и интеллигентных жизненных форм в божественном создании. Бледно-голубая планета. Че, с Земли, что ли? Так, подожди, да куда надо было на лифт? А, я тут лифты открыл. Лифт и был шорткатом. Наверное. Периметр бридж. Тиановская сфера. Здорово, магистр. Привет. Давно тебя не видел. Как вещи твои? Мы, у нас проблемы, милорд. Твое уничтожение этого Харвестера в прошлый раз запустило систему безопасности. И что еще хуже, 9 солов уже могли пробудиться. Или еще ранее могли быть пробуждены. Да и неважно, мои действия должны были привлечь внимание рано или поздно. И я готов к худшему. Даже если это так, ну почему тогда вы так рано... вмешались. Это не было частью плана. Это все из-за того ребенка. Не суди моё, не вопрошай мое суждение. Просто делай свою работу. Да, конечно, простите меня за это. Лишь просто эти калькуляции заставили меня, не знаю, задуматься. В любом случае, пожалуйста, достигните необходимой безопасной зоны как можно быстрее. И старайтесь, в общем, быть в безопасности. Самостоятельно. Тиан, тут друг просил, где можно майки с принтами заказать. А, я не могу сюда уже забраться? Чё? А я ему говорю, на индивидии, даю твой промокодик. Блин, это супер кайфово, спасибо большое, очень приятно. Не забывайте, да. Страдаю в Анапе до конца сезона с постоянными проблемами с этим. О, неприятно. Неприятно, до конца сезона это... Что, до конца лета, что ли? А как же по Е2 в июле? Ты это, смотри там. Не вопрошай мои суждения. Ну да. А ты бы как это перевел? Гостиница, я стримлю отсюда, но иногда офлится, и на это ГГ, пон. Пон. А чё, надолго там? Jump and press to use grappling hook. Блин, пока игруха вообще кайф. Ну, аренковая комната, куда ж без них. Угу. Готов парировать.
О, ну это, кстати, было не очень смешно. В сентябре работаю, семейный бизнес. Понял, понял. Ну, надеюсь, поменьше отключение интернета у тебя будет. Семейный бизнес — это хорошо. Это хорошо. Такой пока довольно простенький в плане, ну, персонажа. Три атаки всего, да? Ха, секреточки. Монетка полутал. Ну, прикольно. Бежай в Анапу, будем в бассейне аж. Да куда мне? Куда мне в Анапу? Чтобы тоже без инета сидеть, да? Понятно. Устраняет конкурентов, смотри, как магистр. Давай. Я бы так-то с радостью, на самом деле, почилить бы приехал на недельку, если бы в России был. Ты же знаешь, я только за всяких тусичей. Так, а что здесь? А, ничего, и все. Окей. Что я сегодня поздно. Привет. Тебя разве не было на Вуве? Казалось, ты заглядывал. Хотя не, если бы ты был на Вуве, ты бы, может, какую-нибудь музычку бы заказал, да? Где сейчас? Я сейчас в Армении живу. Демку игры проходил, мне понравилось. Да вообще кайфово, очень хорошо выглядит. Воу, окей. Я прям кайфую пока что, супер приятно. Типа... Какая последняя Metroidvania была хорошая, которую мы проходили? Ну, Принц. Он был хороший? Ну, вполне. Такой, он был норм. Blasphemous? Принц, по-моему, чуть позднее был. В записи гляну. Давай, давай, магистр, хорошего вечера тебе. Вы, кстати, ребят, это... Магистр, подписывайтесь тоже. Если любите всякие экшен-рпгшки в основном. И не только. Шавут-аут. Ты же вроде в Дубае был. Откуда у меня деньги на Дубае, Меза? Я бы там сколько, 3 месяца бы пожил. Не-не, Дубай. Это... Мы в Турции жили. Может быть, Турция похожа на Дубай в какой-то степени. Может быть, поэтому тебе так запомнилось. Так, базовые компоненты используются для процессоров охранников и разных машин. Чего? Ну да, цены на квартиры там дубайские были в Турции, в принципе, это правда. Количество джина, используемого, чтобы усилить их перформанс, вставляет небольшое количество джина, когда разбираешь на 3D-принтере, что бы это ни было. 3.2 почти нет. Если все сразу чистить, бэктречить придется только в хабе. Интересно. Так, я же левел еще не качнул, да? Да, все еще ничего не могу качнуть. Как-то медленно пока опыт идет. Но я вон вижу, сердечко копится почти. В смысле, я же нажал, или в воздухе нельзя парировать, можно. И с этим пока приходится подумать, парировать или нет.
Это что такое? Видимо, по ним надо бить. Я не знаю, что это такое, ладно. Может быть, это новая обивка? Так, ну, во-первых, я хп восстановил. Че, босс, что ли, будет? Да в смысле? Даже не прокачал ничего, уже босс. Ни хрена себе. Норм. Наконец-то я взорвал эти штуки. Окей, ладно, это было несложно. Стазис Джейд накладывает талисман на врага, временно его иммобилизирует. Иммобилизированные враги. Время может варьироваться в зависимости от врага. Жесть, его разорвало. Так, и чё, пройти мы пока здесь не можем, походу, да? Окей. Прикольно, что хилка была перед... Так что делать-то? А что? В лифт откуда он вышел? А, да. Сюда. Окей, спасибо. Эйпман Фасилити, Floor Locked. New Kunlun Central Hall. Так, ну я обратно хочу. Записочка. Тяндао. Консул рекрутмент слоган. Короче, слоган для найма людей. Этих Тяндао. Короче, на работу. Твой первый шаг в бесконечность. Когда распространилась Тянхо катастрофа, ранее секретная организация, известная как Тяндао Консул, вышла наружу, открылась. Они начали нанимать технический персонал для проекта «Бесконечный котел» с мотивационными слоганами и приглашали General Public людей возвыситься в новый Кунлу, с новым Кунлуном, новым путем к выживанию. Это привело, принесло частичку надежды в Пенглай, который уже был охвачен паникой. Окей. Ты просто не можешь понять, куда идти, чтобы сюжет продолжить. Много такой фигни. Это странно. Чё, тут какое-то дерево гигантское. Ну, кстати, это те самые тентакли на фоне, не? Мой лорд, я чувствую, что вы добрались в безопасности до Council District. Мои беспокойства были неоправданы. Фусанг, видимо, расцветает сильнее, чем когда-либо. Ну, видимо. Отличный вид, не так ли? Не знаю, защитник всех саларианцев никогда не переставал расти с тех пор, как вы покинули это место. Так, и какое воздействие это произведет? Не беспокойся, все
Воздействие. Rest within an acceptable range of possibilities. Within acceptable range of possibilities. Ну, в общем, мы все это ожидаем. То воздействие, которое произойдет. К слову об этом, это лишь еще раз демонстрирует идеальный механизм, который вы разработали. Видимо, ГГшка был изначально... Может быть, он был одним из главных солов, который разработал тут какие-то системы, да? Корни очень хорошо приспосабливаются к нынешней окружающей среде. Ничего из этого больше ничего не значит. До тех пор, пока оно мне не мешает. Нужно достигнуть кода... Блин, как council перевести? Ну, типа, собрание. Кода собрания в корневой системе, чтобы перестроить порядок и наказать этих... преступников. Извините, конечно, но... Доступ к этому коду требует всех печатей солов. Тебе понадобится украсть их у 9 солов. Которые, конечно, без битвы просто так их не отдадут. Совет джедаев. Если у них есть какая-то проблема, тогда... Я просто заткну их навсегда. И как вы, возможно, знаете, мои расчеты предполагают, что дорога будет тяжелой. Как бы там ни было, время важно. Пожалуйста, пройдите в безопасную зону. Это дед. Мемориал в честь запуска нового Кунлуна. Тяндао Легаси, новый Кунлун Лаунч Мемориал, констракт это один в первый год освоения. Undertook the Legacy of the Legendary Feng Shilier and initiated Eternal Cauldron Project. Kunlun Island, the place where he has begun his journey. A new Kunlun on bid farewell to Pinglai and lead Salarian towards the new era. Ну, короче... Ничего интересного. Они здесь это построили. Вот. Ты робот. Блин, а где сейф-то? Чё за место? Нет, стример, не надо было ники себе менять. Чтобы у тебя не работало. Я не там, нет, не дошли. Мими-поинты. Это странно, ладно. Тостер украл, он получается. Чё-то реально жесть, куда идти-то? Активация мистическая нимфа необходима, чтобы это активировать. Активация не прошла. Это мистическая нимфа? По всей видимости. Мистическая нимфа. Режим скаута. Нажми Q, чтобы активировать скаут-режим. Можешь делать, резонировать и хакать разные терминалы и открывать новые пути. Это идеальный способ исследования неизвестных территорий. Когда-то лимитированная проекция, но из-за недостатка силы. Но теперь вернулась к полному потенциалу. Q, да? Сюда? Сюда. Хак. Окей. Okay.
Decryption required. Типа сюда. Он еще доджить умеет. Забавно. Так, ну и что это? С возвращением в Лорд Йи. Я ждал вас здесь долгое время. Рьюи. Ты закрыл мистическую нимфу в секретной комнате? Ах, да. Это было единственное, что я мог сделать в то время. Члены совета были очень насторожены по поводу вас. И все ваши вещи были уничтожены после инцидента. Меня тоже хотели уничтожить, но, к несчастью, я все еще оказался полезным. Мои системы были уменьшены и ослаблены, но это было... Но это все, что со мной произошло. Я не думал, что они пойдут за тобой. Этот слуга... потерял лишь часть того, что... не потерял, а пережил лишь часть того, что пришлось его мастеру. Что на самом деле важно, так это то, что вы живы. Нет, что важно, это то, что я собираюсь сделать. Время не на нашей стороне, нам нужно действовать быстро. Как пожелаете, но вначале я должен сделать эту зону немножко более безопасной. Активирую антидетекционный фаервол, включаю интерференс путей через 3, 2... Заказ на 6К сезон так и не отображается в угломе, не жуть. Сделана система 4 сезонных павильонов. Уже отключена система этого. Называется, да. Аларм. Все знают слово аларм, его даже переводить не надо. И координаты уже были... Опускейт, это вот этого слова даже я не знаю. До тех пор, пока... сигналы все еще остаются, ваши преследователи не смогут найти это место. И теперь вы можете использовать эти павильоны, как пожелаете. Если вы устали, можете отдохнуть здесь и насладиться виртуальным видом. Хороший отдых — это важная часть плана. Нет необходимости, у меня нет такого свободного времени. Понял, тогда в следующий раз. Тогда сейчас нам нужно разобраться с нефритовой системой в вашем теле. Она в критическом состоянии. Процесс починки будет очень больным. Пожалуйста, переживите это. Тревога. Да, наверное. Здорово, Луковка. Починка готова. Вы оставались очень спокойны, как всегда. Во время починки. Теперь вы можете модифицировать ваш нефритовую систему в любом корневом ноде. Что-нибудь еще? Окей. Как я упоминал ранее, чтобы получить контроль над Кунлуном, вы должны получить печати, которые принадлежат 9 другим солам. Солы сейчас распространены, разделились, и каждый мониторит и делает свои собственные зоны нового Кунлуна. Ты можешь найти их точные локации? Пожалуйста, простите мою инкомпетенцию, но боюсь, что у меня нет доступа к такой информации. Единственная вещь, которую я знаю точно, что из-за вашего присутствия 9 солов уже пробудились один за другим. Так что вы должны уменьшить риск, нападая в каждую зону как можно скорее. Я знаю. Я немного могу сделать для вас, когда вы покинете эту фасилити. Но я сделаю все, что могу, чтобы помочь вам. Будьте осторожны, и прибудет с вами удача. Нефритовая система была починена, и можно ее конфигурировать в любом корневом ноде. Эта система была создана древними фанкши гильдией, чтобы помогать в битве. Вставляя разные джейды, открывает разные обилки, и оно требует большой силы. Поговорить с Юрией. Лорд, было уже целые сотни лет, как вас не было.
Обычно живая сущность уже бы пережила сотни зим и лет. Я ждал спросить тебя, где... Where is your sentiment setting? Где твоя настройка сентиментов? Okay. Sentiment settings сейчас на 90%. Кто изменил твои оригинальные настройки? Мне приказали не делать, не выдавать эту информацию, но ваш инцидент, видимо, очень сильно повлиял на них. Они пришли... Приходили ко мне часто пообщаться, когда вас не стало. Они даже активировали мой встроенную терапевтический модуль. Короче, он был самым главным в этой всей системе, судя по всему. Реально можно отдохнуть и насладиться фонами. О, я нашел тебя. Нифига себе. Ты как в лабораторию забрался? Скажи, ты сразу думаешь на англ, что с такой скоростью переводишь? Я могу просто читать это и все понимать. Да, мне не нужно переводить. То есть переводить мне приходится для вас. То есть я спокойно размышляю на английском. Я наконец-то с тобой тебя догнал, Шуншан. Я бы не пропустил такой героический квест. Перестань дурачиться. Как ты вообще сюда забрался? Анхуанг принес меня сюда. Я нашел целую дыру под алтарем и хотел проверить, что это. Спросил его пойти со мной. Анхуанг? Ты имеешь в виду того параноика Шинонга? А, да, он... На нашем пути мы встретили несколько монстров тяжелой брони. Они все махали мечами, и было очень страшно. И этот был огромный такой золотой жук тоже. А Хонг его случайно потрогал и спрыгнул от боли. Я также видел ужасные машины. Тебе не стоит быть здесь. Ой, а ты-то что? Тебе это говорить? Ты убежал и ничего не объяснил. Что ты делал на церемонии? Где мы? Это наш старый дом? Где Шинонг? Тебе нужно пойти обратно в деревню вместе с ним. Нет, я не хочу идти обратно. Ты был единственный, кто сказал мне творить свою судьбу. И все, что я хочу, это остаться с тобой. Я буду делать что угодно. Я сделаю даже готовку и уборку. Только позволь мне остаться. Эх. Можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Только обещай не выходить наружу. Я обсужу это с тобой после того, как... Да, делаю свои дела. Мы играем через 5 минут по плану. Принято, хорошо. Ты пытаешься одурачить меня? Лучше не убегай в одиночку, не беспокойся. Просто оставайся здесь. Мне все равно больше некуда возвращаться. И тебе. Ну, будь осторожен. Я останусь здесь. И буду следить за тобой. Гиф. У тебя нет предметов, которые ему можно дать. Окей. Так, это корневой узел, я так полагаю. Просто прикол, вчера съездил в Голландию, посидел возле речки, посмотрел на кораблики и поехал домой. Ничего себе, прикольно. Блин, тут что-то происходит, а я хотел выходить. Я не знаю, когда у меня сейв вообще был. А, ну вот, сейвинг. Ну все, на этом мы с вами и закончим тогда. Кайфовая игруха. Я хочу попроходить еще. Мне очень нравится. Сюжет какой-то интересный, достаточно. Боевка вроде бы такая скиллзависимая, типа, с парированиями, уклончиками. Вообще выглядит очень балдежно. Хочется продолжить. Давайте... Завтра мы вряд ли... Ну нет, под вечер, может, и получится продолжить. Завтра там такая история. Мы с утра, короче, с Космеей и Пулом идем играть в... Идем, короче, играть в этот... В... For the King. Там Космея заказали, и типа мы согласились с ней в капчике побегать.
Втроем, вот. Первый For the King, не второй, первый именно. Поиграем, вот, пошаговый, почилим. Вот. Такие вот дела. Потом, скорее всего, попробуем продолжить Nine Souls. Также надо... Что-то еще. Надо еще Айзека будет потестить наши проклятия все на этой неделе. Короче, времени, как всегда, ни на что не хватает. А в среду еще и стрим будет по этому восклицательный знак игра, да? Вот, так что, да. Это челик, он монах какой-то, но он как бы главный, кто один из главных, кто вот этих солов, кто делали эти... Кто здесь, видимо, все вот это вот построил давным-давно. К кому с рейдом пойдем? Кому можно с рейдецким пойти? Средецкий. Может, Рекви, он сидит там на индюшатинке какой-то. Посмотрим, что у него за индюшатинка фоном. Погнали, погнали к реквизиту заглянем. Средец, да. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Сегодня долгий стримчик был, кучу игр переиграли. Хочется еще, кстати, Child of Light пройти. Простенькая, конечно. Но такая приятная еще со всеми этими стишками. Вообще балдеж. Вообще класс. У него сейчас выбор. Ну, выберет что-нибудь. Сиворогами покрутитесь. Не забудьте сабов. Сейчас много у вас наверняка есть сабка, чтобы спамить нашими крутецкими смайликами. Не забывайте проходить в телегу ради всех новостей, анонсов и так далее. А также индивид. Проходить, вот, и, короче, покупать себе что-нибудь классное.